Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Продолжаю свои краткие обзоры сортов томатов и перцев для того, чтобы начинающие наши новички при выборе не заблудились, а знали, какие сорта, что от них ожидать. Вот в предыдущем ролике я рассказывала вам про ботяню, потому что когда я первые начала описывать сибирские там ультраскороспелые, всякие льдинка, я подумала, что может у вас создаться мнение, что сибирские сорта все именно мелкие, там такие выносливые, скороспелые. Нет, в последнее время очень много классных, таких вкусных, крупноплодных томатов. Вот ботяня один из них, следующий примерно такой же у нас пудовик. Вы видите, что они похожи по форме, он тоже такой большой, вытянутый, как сердцевидный. Тоже со снежиночкой. Вот маркировка снежинки. Это значит, он пригоден для выращивания в регионах с холодным климатом. Читаем описание. Томат, пудовик, подпольное имя севрюга. Но это второе название. Его где так называют. Сверхкрупный и супер вкусный новинка. Новый сорт сибирских селекционеров с очень крупными плодами. При правильном уходе можно вырастить томаты весом до 1,5 килограмма. Сорт среднеспелый, куст детерминантный, высотой 1–1,5 метра. Плоды крупные, красивые, ярко выраженной сердцевидной формы, малиново-красного цвета, великолепного вкуса. Урожайность сорта до 5 килограммов с растения. Сорт предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Ну, тут также рассаду производят за 60 дней. На 1 квадратный метр размещают 3 растения. Так, сейчас найдем несколько различий. Вот про пудовик. Я вам говорила, что он высота 170 сантиметров 2. Этот будет 2-метровый. При одинаковом размере плодов этот будет 2-метровый. А этот всего 1 метр. Он низкорослый. И урожайность... Причем, ну здесь видите, как вы, может быть, не обратили внимания, здесь написано урожайность с одного куста 5 килограммов, а здесь написано с квадратного метра 17 килограммов. Значит, если мы внимательно посмотрим и посчитаем, урожайность у них почти одинаковая. Если 3 растения высаживать на 1 метр, как по инструкции, то получится урожайность 15 килограммов. Это урожайность 17 килограммов, но они примерно одинаковые. У них одинаково малиново-красные плоды, ну как, не малиново-красные, они красные такие, с розовым оттеночком. Какой-то будет поярче, какой-то будет побледнее, зависит, конечно, от условий нашего лета. Оба они с отметками, вот, со снежиночками. Значит, можете выбрать и тот, кто не боится с двухметровыми, ну как, воевать, не то что воевать, а их надо привязывать куда-то конкретно, или на шпалеру, или кол высокий. Этот однометровый. Вы получите примерно одинаковый урожай из того и с другого. Этот будет великан, этот среднего роста. Плоды одинаковые, урожайность одинаковая. Оба крупноплодные, вкусные, выносливые. Вот, они немного похожи, но есть различия. Все, это был видеообзор краткий томата пудовик. До свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука. Следующий сорт томата в следующем видеоролике.